Сегодня у нас... Мы должны вставать? Нет, сидите. Кто будет говорить, тогда будет вставать. Так, поехали. Сегодня у нас двойной праздник. Сегодня у нас Пасха, да, 28 апреля 2019 года. Пасха – это символ возрождения, да, воскрешения Иисуса Христа, а Иисус Христос – это наше чистое с вами сознание, чисто трансцендентное абсолютное сознание, божественное. Вот. То есть то, что мы делали на курсе ситхи, это проявляли и пробуждали в себе это состояние сознания чистое, вот с тем, чтобы потом применять его в жизни для наиболее максимальных результатов в нашей жизни, да, или то, чтобы испытывать блаженство каждой секунды нашей жизни, все 24 часа в сутки. Вот. Я зажигаю эту свечку как символ чистого сознания, сознания Христа, вот, для просветления значит, наших участников нашего курса, очередного курса ситхи города Волгограда. Вот. То есть мы прошли первый блок пока. Вот. В дальнейшем ждет, как бы, пожелание, кто хочет пойти на второй блок, испытать все блаженство бурлящего полета, как называют Махариши, когда человек летит в космос, то есть поднимает тело в воздух, он испытывает бурлящее блаженство. Вот. С тем, чтобы и распространить этот свет чистого сознания в наше собственное окружение, сделать людей вокруг нас такими же дружелюбными, счастливыми, добрыми, как мы сами будем становиться с нашими сутрами. Вот. Я передаю эту свечку Полине. Вот. Полина скажет свои пожелания и передаст следующему участнику. Как я вступила в ряды? Ну, говори, что я прошла первый этап обучения ситхи. Довольная, потому что окунаешься в другое измерение, в другие ощущения и возвращаешься к себе настоящим. Желаю всем счастья, мира в мире и освобождаться от эго, от эмоций неправильных. И просветляться, и стремиться к свету. И чтобы все мы излучали свет. Джей Гурден. Теперь Татьяна. Ирочка красавица. Сразу принцесса. Конечно. Я принимаю этот свет и благодарю вашему Богу, что попала на обучение на курс ситхи, потому что свет нашей жизни – это все. И пусть каждый из здесь присутствующих достигнет такого просветления, которое он способен получить, и несет это просветление всем остальным. И пусть число людей, несущих этот свет, увеличивается с каждым днем, с каждым годом. Я желаю всем здоровья, благополучия, удачи и достижения поставленных целей. Свет передает знания. Коля Захаров. Я принимаю свет в руки и благодарю за то, что прошел этот курс, первый курс сутр ситхи. И желаю, чтобы люди по всей нашей земле могли найти истину, прекрасно, прийти сюда, к этому. Джей Гуру, да. Так, позвольте, скажешь? Передай. Давай, да, Ира, твоя очередь. Что-нибудь скажи, хоть поздравь нас с Пасхой. Да. Да, просто поздравь. Принимай свет, принимай свет, принимай. Свет идет, значит, ты должна... Что в душе? С днем рождения, всем счастья, целую пух. Желание, загадал. Вот какие-то говори про себя. Ну, не знаю, я просто желаю всем легкости, счастья по жизни. Прекрасно. Спасибо. Прекрасно. Володя наш старый ситх. Мудрый ситх. 96-го года. Поздравляю всех, конечно, со светлым Христовым воскресеньем. Сегодня, да, совпало два праздника. Ну, еще... Великая радость, что наконец-то возродилась передача знаний, то есть курс ситхи, который некоторые люди много лет ждали, что
что есть теперь такая возможность получить это знание из рук в руки. Благодарим наших учителей. То есть и желаем, чтобы, как правильно сказали тут предыдущие наши участники, чтобы это знание могло быть, стать доступным всем людям, всему нашему городу, всей земле нашей, как можно скорее, в геометрической прогрессии. Да. Вот. Желаем всем здоровья, еще к тому же просветления. Ну и очень у меня есть такое большое желание, чтобы у нас скорее появился наш дворец мира, где люди смогут это знание получать без всяких проблем, находиться там, обучаться, совершать программы, полеты и поправлять свое здоровье. ЖГД. Лера еще не сказала, давай я. Хорошо. Я принимаю эстафеты этой свечки, этого огня. Вот, мне очень все понравилось, здесь очень хорошо. Вот. Хочу, чтобы у всех все было хорошо. Желаю не напрягаться, легче относиться ко всему, что есть. Вот несет, вот и плывите. Не напрягать вот ни себя, ни тех, кто рядом с нами. Джей Груде. Ставь свечку в середочку. Сюда? Да. Она оставила? Ставь. А туда? Пасха освященная, преосвященная. Какую освященную Пасху? Не освященную, но я могу. Так, теперь держи. Теперь у нас следующим этапом это, значит, разрезание торта. Ну, как бы у нас сегодня торта нет, у нас сегодня Пасха вместо торта. Как символ спонтанно правильных действий. А поедание торта – это наслаждение плодами спонтанно правильных действий. Вот. Значит, сейчас я вырежу кусочек из пасочки. Подержите кто-нибудь. Вот, и мы поставим… Эль, принеси, пожалуйста. Маленькую блюдечко или тарелочка. Первый кусок мы всегда ставим портрету Махариши. Да? И Гурудеву, традиции в том числе. Ну, как бы, как плод наших действий, да? Да. То есть стремление к просветлению, к чистоте души. Ну, хорошо. Так, сейчас я. В прошлый раз вот так вот делали, капали. Ну да, правильно. Вот видите, сколько у нас лайфхаков. Да. Вот, а теперь встаем все, беремся за тарелочку, на дырочку, и произносим такие слова. Это все. Это все. Для совершенного здоровья. Для совершенного здоровья. Счастья. Счастья. Долгой-долгой жизни. Долгой-долгой жизни. Состояние просветления. Состояние просветления. Для нас. Для нас. Уже просветленных. Уже просветленных. Жителей города Волгограда. Жителей города Волгограда. А через нас, Они были короче, поэтому мы их из букета туда. Теперь дальше тарелочки надо принести, да? Все, можно.